Надо заснять этих мальчиков-зайчиков. Ну да, просто тянься с крыльев. Здесь работают одни топ-модели. Сегодня, наверное, очередь на крещение. Ой, маленький. Это, наверное, очень почетно считается, чтобы тебя крестили здесь. Да. Не только для итальянцев, а вообще для всех. Тут, наверное, любого могут крестить, и иностранцы тоже. А он не сам крестился? Ну, не, я не думаю, что сам папа. Что, он единственный, что ты будет крестить? Чтоб тебя сам папа еще крестил, это вообще дорого стоит. Тут же куча других пап, или как, священников. По этой дорожке может пройти только избранный. Впрочем, как и попасть на мессу. Если не скажешь, что ты собираешься на мессу, тебя тоже не будет. Он сказал, да, что это орган, просто его, вы, говорит, должны увидеть, если, говорит, постанете по центру. Нет, да? Нет, я так не видела. Но как-то в стене, под статуей. Вот здесь бы концерт, который мы с тобой вчера слушали. Не вчера, а позавчера. И вчера, и позавчера, да. Сегодня опять же будет концерт. Там? Ну, мне кажется, что... Вот если бы сегодня был тот, который вот это 18-го какого там июня, то вообще было бы обалденно. Да. Ну, сегодня у нас чемоданы соберем. Ну, чемоданы утром соберем. Что-то мы быстренько. Нам выходить в 9 только. Мы можем сходить на песнопение снова? Пойдем опять попробуем. Песнопение? На мессу попасть. Кругом. Мы вспомнили, мы что-то на место. Да, мы тут ходили-ходили кругами. Мы хотим бабушку фонтанов попробовать. А, да, да. Подойдем поближе, и все. Потом, да, потом там, потом мы пойдем подойдем бабушку, выйдем. Мы его закинем, помашем, пойдем рукой. По красоте не описываем. Здесь все не описуем. Поэтому я снимаю, видишь? Мы не описывай слова. Потому что словами здесь не опишешь. Так же, как камера, конечно, не передает. Не передает. Всего великолепия. Да стоишь вокруг. А, вот пошли топ-модели. Монашечки. Удивительно. И молятся, и фотографируют, и выкладывают в Инстаграм. У нас-то все это запрещено.
Бля, накид на как. Что-то они молча не стоят. Они просто молятся, а что им как? Фух. Так кто получается? Церковь католиков? Да. Но, да, я же говорю, вот исповедальные вот такие, они только в католических церквях. Ага. Насколько я, конечно, помню. Надеюсь, я не ошибаюсь. Там чуть-чуть зал закрыт, видел, да? За занавеской. Там что-то в окошке. Нет, туда лучше нельзя, серьезно. Красота, смотри, как он красивый. Так, церкви, я пойду молиться. Уже огромная структура. Gracias. En alguna pedimos y en otra sacamos la selfie porque lo orientamos como hacia ahí. Ну, кстати, тоже можешь сфотографироваться в стол. А? Я, да. Что ты? Все красавчики в лифте остались. Это на цифру не отобрался. В лифт? А, в лифт проходит особый контроль. Может, надо покатиться еще раз. Сейчас Брамштайн как-то. На органе, знаешь, как классно звучит? Да, ты играешь? Да не слышал, что ли? В фильме или еще где-то? Нет, какой-то же был прикол в фильме, я слышала. Именно вот эта знаменитая их песня. Вот это просто обалденно. Раньше хоть кого-то скажешь, вообще не понимаю. Прессионы сейчас, да? Экерст. Добро, подем уремли. Финита. Ne faccio più di una.